Палки в степи. Это дан. Поколение бойцов, современные мальчишки, поколение отцов, бой не знали понаслышке, пусть ругали сорванцов и ругают, как обычно, свой экзамен на бойцов. Они сдали на отлично, пусть ругали сорванцов и ругают, как обычно, свой экзамен на бойцов. Они сдали на отлично. И никто не отступил, как когда-то бились деды, приложили столько сил ради маленькой победы, чтобы с гордостью в глаза поколение смотрело. Можно этим сорванцам поручить любое дело, чтобы с гордостью в глаза поколение смотрело. Можно этим сорванцам поручить любое дело. Ругали сорванцов и ругают, как обычно, свой экзамен на бойцов. Они сдали на отлично, и парней храбрее нет, чем российские ребята. Им к лицу идет берет нашей гвардии крылатой. И парней храбрее нет, чем российские ребята. Им к лицу идет берет нашей гвардии крылатой. Мы Маргелова, солдаты. Ребята, не просто друзья, мы не просто братишки.